Привет, друзья! Сегодня продолжаем лепить замок из пластилина. В этой части будем делать главные ворота замка. Так что оставайтесь с нами, и вы узнаете, как это лучше сделать. Как вы уже догадались, для того, чтобы сделать ворота, нам опять понадобятся деревянные палочки для эскимо и горячий клей, чтобы все палочки вместе склеить. Конечно, вы можете вместо горячего клея использовать простой клей ПВА, но тогда вам этот процесс будет очень долгий. В первом видео мы задавали вопрос про макет замка, сколько он примерно может весить. Спасибо зрителю Саше Лепко и многое другое, что пробовал на этот вопрос ответить. Так как правильный ответ еще никто не написал, ждем ответа в комментариях. Скажем по секрету, макет замка весит больше, чем 1 килограмм. Тот, кто отгадает, мы его комментарии публикуем в следующем видео. Ворота сделаны, дальше их надо прикрепить к картону. Как вы уже видите, мы заранее подготовили каркас стен из картона, чтобы меньше надо было тратить пластилин. Измеряем и прикрепляем, чтобы стена прочно стояла. Ну вот, ворота прикрепили, дальше берем кусок пластилина и лепим вокруг стен, которые сделаны из картона. Когда лепите стенки, помните, чтобы красиво и естественно выглядело, надо брать большие и маленькие кусочки пластилина. Так ворота выглядят с другой стороны замка. Здесь по тому же принципу берем большие и маленькие кусочки пластилина и лепим вокруг каркаса. Ну вот, одна стена готова. Приступаем к другой. Чтобы пластилин лучше прилипал, каркас измажьте пластилином.
Дальше, чтобы вокруг ворот было красиво, обрезаем скальпелем лишний пластилин. Потом берем бамбуковые палочки и делаем крышу для ворот. Сначала примеряем, если результат не нравится, тогда прикрепляем пластилин и ставим назад. Еще последний штрих и готово. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайк, чтобы быстрее вышло новое видео, где будем продолжать лепить замок из пластилина. Пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал.